Окончив Алматинское пехотное училище, Юрий Павлов отправился воевать за Родину. К марту 44 года он командовал ротой 929-го стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии 52-й армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Румынии. 30 марта 44 года рота Павлова прорвала немецкую оборону в долине реки Прут и приняла активное участие в освобождении населенного пункта Кирпицы. В ходе дальнейшего наступления рота Павлова переправилась через реку Жижня и, захватив важную высоту, отразила 7 немецких контратак. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленный при этом мужество и героизм, лейтенант Юрий Павлов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После войны Павлов был уволен в запас в звании старшего лейтенанта, проживал и работал в Алматы.